От создателей фильма «Лабиринт фавна» и «Три метра над уровнем неба». Новый триллер. Он выиграл конкурс, чтобы встретиться со своим кумиром. Ник Чемберс, вам письмо. Поздравляем, Ник. Вы выиграли конкурс от Dark Sky и сегодня вечером встретитесь с Джилл Годдард. Привет. Я Ник Чемберс. Я вебмастер в jillgoddard.com. Элайджа Вуд. Дорогие друзья, поприветствуйте Джилл Годдард. Саша Грей. Это вы, Ник Чемберс? Да, я. Меня зовут Саймон Корт. Продюсеры Гала вечера случайно не связывались с вами, чтобы сказать, что конкурс отменен? Отменен? Он приблизился к ней настолько близко, что даже и мечтать не мог. Пройдите по этой ссылке, чтобы попасть на сайт Dark Sky. Это камера наблюдения в кинотеатре. Что это? Ты можешь следить за всем, чем хочешь. Не беспокойся, никто не может нас заметить. Почему вы выбрали меня? Умеешь хранить секреты? Да. Затем открыл не то окно. Она понятия не имеет, что веб-камера включена. Кто вы? Ты тот, кто так сильно хотел меня видеть. Делай, что я говорю, и все будет хорошо. Она сделает все, что ты попросишь, Ник. Что тебе от меня надо? Мне ничего не нужно. Сделай это, или она умрет. Распахни халат. Так? Какой адрес? Как мне туда попасть? Он у нее дома, она ничего не знает, она в опасности. Что ты хочешь? Нет! Она в багажнике! Убирайтесь, прочь с дороги! Если более половины из вас, кто зашел на этот сайт прямо сейчас, отключится, она останется жива. Если останетесь, она умрет. Джилл, нет! Пожалуйста, нет! На помощь! Открытые окна. Фильм Начо Вигалондо.